Как говорится в одной поговорке, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Такой позиции придерживаются и воспитанники станции юных натуралистов. Они вместе со своим руководителем кружка «Юные экологи» вышли на берег реки Протоки в поселке Кубриз, чтобы навести там санитарный порядок. Как у них это получилось, узнаете из следующего репортажа. Сделаем планету чище! Сделаем! Воспитанники станции юных натуралистов, учащиеся школы номер 3, уже третий год приходят на берег реки Протоки для того, чтобы провести необычную акцию «Сделаем нашу планету чище». Уже много лет в 90 странах мира проходит Всемирная неделя уборки. Люди выходят на улицу, в парки и очищают территорию от мусора. Они не просто стремятся очистить территорию, но и сделать так, чтобы все люди знали о том, что мусорить нельзя. Вот и юнаты под таким девизом собирают мусор, раздают листовки жителям города и стараются всех научить вести себя культурно. Место очень красивое, поселок Кубриз, но очень часто мы видим, что здесь есть несанкционированные свалки, мусорки, поэтому такие акции должны проводиться здесь чаще, и не только юнатами, но и всеми жителями города. В кружке «Юные экологи» ребята изучают не только природу, но и правила экологии, учатся вести наблюдение за изменениями в природе, занимаются исследовательской деятельностью. Такие акции – неотъемлемая часть их работы, ведь здесь они показывают своим примером, что нужно соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к природе, и будут доносить это до остальных сверстников, а в будущем воспитывать так своих детей. В этот день ребята собрали 32 пакета с мусором. На вопрос, с какой целью они проводят эту акцию, дети ответили. Мы сегодня убирали мусор вдоль реки для того, чтобы природа была чище, красивее. Раздавали листовки, чтобы люди не загрязняли землю. Они не ценят то, что у них есть. Не ценят природу. Им показать, чтобы люди видели, что Кубань должна быть чистой и более приятной для тех, там, может, туристов или еще кто приезжает сюда. Иван Фоменко – воспитанник станции юных натуралистов. Участвовал в различных исследовательских конкурсах и не раз занимал призовые места. По его мнению, от каждого человека зависит, насколько чистым будет наш город. Мы собираем мусор, чтобы показать людям, что нельзя мусорить, а наоборот, нужно как бы защищать природу от всего и не мусорить. Я считаю, что люди должны потихоньку исправляться и чтобы вот в следующие разы были меньше мусора. Подобные акции юные натуралисты проводят регулярно. Очень важно понимать, что только от нас самих зависит состояние окружающей среды, чистота улиц, города. Каждый должен начинать с себя и относиться к своей малой родине, как к родному дому. Дина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».